Приветствую, уважаемые друзья. Время идет к осени, к сбору урожая. У нас только начинает обильно цвести горбузы, арбузы. Вот такая плантация. Вот такая. Ну что, пчелки нам порадовали, для себя мед мы набрали. Это альпийские улени, товарищи моего. Это наш индизит. Передовая технология пчелиная. Так что меда для себя достатки. Забирать весь не стал, для того, чтобы не покупать сахар, не закармливать сахаром. Огурцы в стадии плодоношения есть. Вон они такие вот. Вот такие вот. Лук пошел готов к сбору. Печка чудесница. В этом году газом пользовались, печь была почти не востребована. Всякая зелень. Морковочка, бурячок. Лук порадовал. Лук порадовал. Ну это вообще цветущая поляна. Как никогда. Капуста завязалась. Ну еще пару месяцев есть. Вырастет. И здесь у нас еще огурчики. Вот такие мы сразу маленькие подсаживаем. Те у нас уже прекращает плодоносит, а следующее на подходе. Так, вот такая вот технология у нас полива. Две ямочки слева-справа от корневой системы того или иного культуры, той или иной культуры. И потом все это дело заливаемо всяким удобрением. Вот. Проблема с колышками. Пару колышков забили. Взяли вот пленка старая, бобинная, нашлась. Магнитофонная. Ее на один сезон вполне достаточно для того, чтобы подвязать. В общем-то, вот так у нас выглядит плантация с подвязанными помидорами. Кабачки в этом году порадовали. Два мешка уже в машине лежит. Переночевали, встаем, а они опять. Саня, привет. Боец на посту стоит. Еще один боец, привет. Так что картошка уже подсыхает. Скоро будем копать. Вот такая благодать. Сегодня дождь с самого утра, после того, как мы проснулись немножко. Кое-что поделали. Будем потихоньку собираться. Уезжать. Вот такие у нас новости. Яблони в этом году белый налив плодоносила. Собрали. Сейчас вот покажу, сколько мы собрали. В общем, занимаемся в удовольствии. Здесь еще у нас одно плечо с ульями. Наша машинка, которая нас возит. Такая вот морковочка. Вот такие вот яблоки у нас белый налив в этом году. Так что нормально. Всего доброго, уважаемые друзья. До встречи.